Да, друзья, вот у нас и изоляция оказалась на месте. Вот это мы так заходим со стороны улицы и оказываемся внутри. Сегодня будет инспекция. Надо сказать, что я свой голос слышу совершенно по-другому, чем раньше. Так интересно, как-то глухой какой-то голос стал. Потолок, вот смотри. Вот он тут. Все это заложено. Не отражается, да. Звук не отражается от стен. Как-то совершенно глухо все. Будет инспекция. И прежде чем заложить изоляцию, там не хватало пары коробочек электрических. Вот такого плана. Вот как мы здесь видим. Не хватало пару коробочек. Пришел электрик. Поставил коробочки. Потом буквально за, ну, я не знаю, очень непродолжительное время, там несколько часов, все это дело заложили вот этой вот стекловатой. Ой, а здесь почему-то розовенькая, смотрите, как интересно, неожиданно. Что ж тут такого специфического? Не хватило им, что ли? Да. Вот, собственно, и все. И как только инспектор примет, значит, сразу все это будет закрываться шитраком, гипсокартоном. Вот, все будет закрыто. Говорят, почему там сгорело, что-то, говорит, загорелось. Видите, там оно не загорелось, оно когда сварка шла, немножко там опалилось. Это мелочь. Люди здесь нервные, они говорят, вот сейчас там пожар, никакого пожара, все путем.